Ребята, всем привет! Алекс Тербе приветствую всех подписчиков и зрителей канала. В этом видео я вам расскажу про вездеход амфибии Argo от канадского производителя Ontario Drive. И сегодня на обзоре представлен полноприводный восьмиколесный вездеход амфибии Argo Bigfoot 800. Bigfoot не из дешевых вездеходов. Базовая цена стартует от 2,5 миллионов рублей. И спасибо компании вездеходы Argo за предоставление техники на обзор. А также для подписчиков канала эксклюзивный дистрибьютор техники Argo предоставил скидку в 3% на покупку вездеходов из серии Avenger, которые будут наличие официальных дилеров, а также скидку в 20% на опцию зимний пакет. Скидки будут действовать в течение месяца с момента публикации видео на канале, так что успейте воспользоваться, все подробности в описании к видео. Вездеход Bigfoot производится в двух версиях 6x6 и 8x8. Длина восьмиколесника составляет 3150 мм, ширина 1524 мм, а высота 1169 мм. Рабочий вес 685 кг. Базовая версия комплектуется кенгурятником и лебедкой на 1,5 тонны от Warn. Головная оптика в модели 2019 года еще галогеновая, а в моделях 2020 года уже будет линзованной. Хотя если вы будете тюнинговать вездеход, то скорее всего поставите ледовскую светодиодную балку или рабочий свет. Светодиодный свет с гарантией можно заказать у отечественного производителя, а если с гарантией не заморачивайтесь, то заказать дешевые с Али. Все ссылки оставлю в описании. Вездеход комплектуется удобными водостойкими креслами. Под сидушкой переднего кресла есть небольшой багажный отсек для инструмента и аккумулятора. А чтобы поездка на вездеходе была не скучной, Bigfoot комплектуется стереосистемой Jensen. В задней части вездехода располагается стоп-сигналы и буксировочное устройство по типу квадрат. Причем, если деньги жгут ляжку, то на этот квадрат можно дополнительно поставить заднюю лебедку, ну чтобы совсем не париться на оффроуде. Вездеход может перевозить груз до 500 кг и буксировать до 800 кг. Корпус у вездехода Argo пластиковый и состоит из трех больших элементов. Это монолитный основной корпус, защита днища и верхний корпус капотом. Внутри вездехода находится металлическая рама, а для удобства эксплуатации, да и просто для защиты людей от подвижных частей, на раму установлен пластиковый фальшпол. Рама вездехода сварена из толстостенного металла и окрашена без пропусков. Краска нанесена по порошковой технологии. Двигательный отсек также закрыт специальным обвесом, который легко снять для проведения техобслуживания. Угол атаки передней части корпуса у Bigfoot приличный, а нижняя часть корпуса расположена глубже вылета колес, как спереди, так и сзади. Такая конструкция не позволяет упираться в невысокие препятствия кузовом, но могут возникнуть проблемы с более высокими преградами. Как-то Bigfoot'ом еще нужно управлять, а для этого перейдем на место водителя. Если сидеть одному, то места очень много, да и вдвоем будет комфортно. У водителя под руками находятся все органы управления. В руль установлен мотоциклетного типа. Слева от руля размещается рычаг переключения передач. На приборной панели есть бортовой компьютер с техническими показателями. Справа от водителя установлен блок управления стереосистемой. Специальный рычаг для подключения повышенной и пониженной передачи. Причем повышенную или пониженную передачу можно включать как при движении вперед, так и при движении задним ходом. Слева от бортового компьютера размещается замок зажигания и кнопки включения головного освещения и трюмной помпы. Хоть корпусы герметичные, но вода все же может попасть внутрь корпуса. Для таких ситуаций предусмотрена трюмная помпа, а также два дополнительных дренажных отверстия в задней части корпуса. Производитель позаботился о комфорте переднего пассажира. Тут, как и в наших УАЗиках, есть пассажирская ручка, за которую можно ухватиться в случаях сильной тряски. Для подзарядки различных гаджетов предусмотрена USB-зарядка на два порта и обычная на 12 вольт. Двигатель на вездеходе 30-сильный, бензиновый, производство Keller, с электрозапуском и водяным охлаждением. Объем двигателя 747 кубиков, он четырехтактный, двухцилиндровый. Гильзы чугунные, а сам блок алюминиевый. С таким двигателем Bigfoot может развивать скорость до 32 км в час, что, конечно, не очень быстро, но для вездехода вполне достаточно. В спокойном режиме расход топлива примерно 2-3 литра в час, а на бездорожье уже 4-5 литров в час. Для охлаждения моторного отсека предусмотрены большие вентиляционные окна с защитной сеткой. А для полноценного доступа к двигателю предусмотрен съемный капот.
В самой верхней точке двигателя находится корпус воздушного фильтра. Причем сам фильтр двухсоставной. Имеет маленький фильтр тонкой очистки и большой фильтр грубой очистки. Управление вездеходом простое и выполнено по схеме борт-поворота, как у того же вездехода Шерп или Шатун Нео, за исключением того, что тут применяются не рычаги, а полноценный руль с ручкой газа и тормоза. При повороте руля в одну из сторон специальный упор на валу руля давит на палец одного из тормозных цилиндров и, соответственно, приводит в действие тормозной суппорт левого или правого борта. А дальше классика борт-поворотной схемы. Тормозной суппорт блокирует трансмиссионный вал одного из бортов, и вездеход совершает поворот в одну из сторон блокируемого борта. В управлении вездеходом важную роль выполняет специальная коробка передач «Адмирал». Эта коробка базы устанавливается на вездеходы серии «Avenger», «Conquest» и «Аврора». Коробка передач имеет тройной дифференциал. Один из дифференциалов как раз и отвечает за управление вездеходом при поворотах, путем переноса крутящего момента с одного борта на другой. А если вездеход передвигается на повышенной передаче, то маневрирование происходит плавно, а на пониженной же передаче управление происходит с повышенным крутящим моментом. На арго функцию подвески выполняют колеса низкого давления. В частности, на Бигфуте стоят широкие 25-дюймовые пневмоколеса низкого давления «Акваторг» с очень злым протектором, на алюминиевых дисках с бедлоками. Высота грутозацепа по краям 50 мм, а по центру 25 мм. Такие колеса допускается стравливать до 1/10 атмосферы. Учитывая, что таких колес 8 и они все гребут, существенно повышается общая проходимость вездехода. А забегая вперед, скажу, что мы колеса в грязевых местах не стравливали, хотя и нужно было это сделать. Колеса крепятся через специальные ступицы к внутренней раме вездехода. Полуоси кованые, с диаметром вала 35 мм. Крутящий момент на все колеса передается с передних трансмиссионных валов КПП посредством цепной передачи. Самые мощные цепи в передней части вездехода, там они двухрядные. А вот на задние колеса цепи уже идут однорядные. Для натяжки цепей применяются автоматические натяжители с пружинным подпором и фиксатором положения. Клиренс у вездехода имеет два показателя. В самой нижней части, а это у нас края днища, там высота от земли до днища составляет 195 мм. А также есть и центральный клиренс, где высота уже 245 мм. Если представить, то получается некое подобие арки. Такая конструкция днища полезна, если вы попали в глубокую колею. Также пропадает такой эффект, как вывешивание. То есть, если бы дно было плоским, то упав в глубокую колею, одна из сторон вездехода, скорее всего, бы повисла над землей. А у Бигфута проблема с вывешиванием нивелируется. Да и на воде подобная конструкция должна придавать устойчивость вездеходу. Возможно, я и ошибаюсь, кто лучше знает, поправьте комментарий. Но колесо на Бигфуте в сборе с диском будет стоить где-то 39 тысяч рублей, что совсем не бюджетно. И колеса лучше сильно не насиловать. И возникает резонный вопрос, а зачем тогда покупать себе Бигфут, если бояться повредить колеса? Правильно, незачем. Поэтому обзор на этом мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Всем пока. По пересеченке и лесным дорогам Бигфут на своих злых колесах идет бодро. На вездеходе скорость небольшая, но она ощущается очень хорошо. Глубокие лужи для Бигфута не составляют проблем. То есть где-то в лесу или на охоте, или просто на покатушках проблем с Бигфутом быть не должно. Чтобы его засадить, нужно прям постараться найти место. Какой-то идеи тестировать Бигфут на водоеме мы не преследовали. Хоть он и плавает, но это делает очень медленно. Но в рамках нашей локации мы все же нашли небольшую, но весьма глубокую лужу, если ее можно так назвать. Здесь смысл в том, что эта лужа очень глубокая, чтобы арго в ней плавал. И берега достаточно крутые. А и сложно, что она очень узкая по ширине. Так что будет интересно посмотреть, сможет ли Бигфут выбраться самостоятельно на берег, без применения лебедки. Хоть Бигфут и считается амфибией, но скорость по воде небольшая, примерно 4-5 км в час. Есть смысл дополнительно ставить лодочный мотор, причем сам производитель рекомендует ставить мотор до 10 сил с длинной ногой. Его будет вполне достаточно для преодоления водных преград. Ну что же, в воду Бигфут пустился, а теперь нужно выбраться обратно. Как видим, с выходом есть трудности, и тут все упирается в размеры вездехода. Из-за длины восьмиколесной базы проблематично развернуться и найти оптимальное положение для выхода. Возможно, в этих условиях хорошо бы себя показал шестиколесный Бигфут, все же он меньше по длине. Но сейчас у нас восьмиколесник, так что пробуем выбраться самостоятельно, если что, залебедимся.
Вот казалось бы, такая простая с виду лужа, а может вызвать проблемы. Но для этого и нужно тестировать технику, чтобы понимать ее возможности. Особенно если вы где-то один и без поддержки. Что же, пришлось повозиться, но Бигфут выбрался самостоятельно, что очень хорошо. Далее едем искать засадные места. Раньше в этом лесу были какие-то выработки, которые сейчас затянулись водой и грязью. Места для техники непредсказуемые. Возможно, на квадрике здесь легко будет пройти из-за большого клиренса и злой резины, но мы-то не на квадрике, а следовательно Бигфут ждет небольшое испытание. Где зацепы у колес хорошие, не сильно глубоко, там Бигфут прет, не замечая препятствий. Но вот где уже становится глубже, то возникает первая проблема. Хоть злые колеса и вывозят, но и они не всесильны. Бигфут в этой жиже тупо зарывается и садится на брюхо. В данной ситуации очень бы сильно помогли гусеницы, так что имеет смысл в подобные места ехать только на гусеницах. Мы еще немного помучили Бигфут, поняли, что дело гибло и решили размотать лебедку. Короче, засадили мы все 6 колес, 8. Это торф жесткий такой. Получается, днище плоское, его походу присосало просто. Вот, без лебедки теперь никак. Ну, заодно проверим работу лебедки. Как это, предвижу в комментариях возгласы. 2,5 миллиона, а выбраться не может, да? Что за дичь? Походу нас разводят. А эти квадроциклисты будут орать, что они проедут здесь вообще на легкую. Не, ну может быть каких-нибудь тех самых ковшах, таких жестких. Ассасинаторах. Еще возможно. С лифтованной подвеской на образных рычагах. В общем, место такое очень-то стрёмное. Такое ощущение, что это какой-то участок под торф был выбран. И вот он за сколько это время, что здесь находится, опять зарос. Вот, соответственно, вот этот жидкий торф. А вот где колея, там видно, что такая белая, ну, белый участок идет, такой беловато-коричневый, какая-то глина или что такое. То есть колесо замыливается, хоть у него и большой протектор мощный, но все равно он замыливается и садится на брюхо. То есть клиренс небольшой,
брюхо плоское, и он, считайте, присасывается вот к этому торфу и тормозится за счет этого. И плюс его постоянно сносит в колье, он не может вправо выйти, вот куда мы планируем. Сейчас вот лебедку зацепили за дерево. Попытаемся именно вот сейчас, чтобы машина вправо ушла. Хотя вполне, может, квадроцикл здесь бы и прошел. Ну, как бы, надо проверять. Но не факт. Коварная очень топь такая. Ну, лебедка, это, конечно, вещь. Кто бы что ни говорил, а лебедка рулит. А далее пробуем пройти еще одну яму. Она достаточно глубокая, чтобы проверить, будет ли большой помехой угол атаки кузова в преодолении вот таких вот крутых спусков. Хоть передние колеса и выходят за нижнюю часть кузова, но вот верхняя часть все же сильно выдается за базу колес. И есть очень большая вероятность, что корпус упрется в землю, и выход будет сильно затруднен. Как я и предполагал, вездеход спустился в яму и уперся кузовом в землю. Причем яма оказалась достаточно глубокой, смотрите, как Бигфут поклонился. Ну что же, пробуем выбираться. Если не получится, то будем действовать по проверенной схеме с лебедкой. Как и в прошлый раз, лебедка нас выручила. Ну а мы едем дальше. В лесу местами много поваленных деревьев, и если на пути попадаются такие деревья, то Бигфут на своей резине достаточно просто их переезжает. Что самое интересное, хоть Бигфут и длинный вездеход, но маневрирует в лесу на нем очень просто. Коробка Адмирал при этом очень хорошо отрабатывает. Покатались по лесу, теперь наш путь лежит в сторону небольшого озерца. Оно, скорее всего, уже давно заросло, но это и хорошо. Арго можно будет проверить на проходимость по высокой траве. Подъехав ближе к месту, где предположительно было озеро, мы понимаем, что никакого озера тут давно уже нет. Сплошные заросли. И что внизу, особо непонятно. Так что аккуратно спускаемся вниз. А самом низу было такое ощущение, что мы ходим по болоту, так как под травой была вода.
Как видим, Бигфут совсем не почувствовал проблем на этом участке. Немного осмотревшись, мы принимаем решение заканчивать наше приключение. Тем более, что снимаем этот обзор уже длительное время. За счет того, что вездеходы Арго имеют бортоповорот, то они очень просто могут развернуться на одном месте. Причем делают это очень быстро. Вездеходы Арго — это весьма интересная техника. Она будет достойна внимания не только любителям поураганить по бездорожью, но и для любителей рыбалки или охоты. Конечно, основным минусом вездехода Арго, не считая его цены, будут его колеса. Но не то, что они плохо гребут или еще что-то. Просто именно на такие колеса у Бигфута нельзя поставить гусеницу. Придется ли докупать простые штатные колеса низкого давления под гусянку, или брать версию Арго с гусеницами, что будет более правильным решением. А плюсом Бигфута будет то, что вездеход очень комфортен и маневренен, особенно в лесных поездках. Советовать Арго к покупке я не буду, делайте выбор самостоятельно, только после личного тест-драйва. Да, и не забывайте про скидку на вездеходы. Она действует ровно месяц с момента выхода этого видео. Все подробности по скидке будут в описании к видео. Спасибо всем, кто смотрел этот выпуск, особенно всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал Тегберг, если по какой-то причине вы этого еще не сделали. Ставьте лайк или дизлайк, чтобы я понимал, понравился ли вам сегодняшний выпуск или нет. С вами все это время был Алекс Тегберг, и традиционно я не прощаюсь. Спишемся в комментариях, задавайте свои вопросы, на все постараюсь ответить.